утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Отлично получилось. Вот так, что там у нас дальше? О, нужно вот это вот колесико приделать вот сюда. Так, а чем бы его прикрепить-то, а? Чем бы прикрепить? Всем интересно. Привет! О! Ого! Вот эта штука! Вот эта штуковина! Привет, Зубок! Привет, Кокси! Ты опять что-то новенькое придумал, да? Ну давай, давай, рассказывай скорее! Что ты за мясорубка такая? Э, между прочим, это настоящая конфетная машина, во! Что? Да-да-да! Она что, правда конфеты делает? Да! Так, а из чего? Так... Сейчас тебе все объясню. Надо взять несколько Ладно, это не важно. Ты очень долго объясняешь. Давай, включай скорее эту машину. Пока не могу. Вот тут надо колесико прикрутить. А у меня куда-то болт делся. Какой болт? Какое колесико? А? Без него обойдемся. Ты думаешь? А вдруг без него какая-нибудь ерунда получится, а? Эх ты, изобретатель! Ну что это за машина такая, если она из-за какого-то колесика с болтиком работать не может, а? Ну, вообще-то может. Тогда давай, дружище, Зубок, не сомневайся. Давай закручивай гайки, нажимай кнопку. Так, кнопка сейчас. В машине главная. Так, сейчас закручу. В наш век космических открытий ничто не может удивить. Всего лишь кнопочку нажмите, и станет вам так сладко жить. В карманы сыплются конфеты, баранки, плюшки, шоколад. И пахнет фруктами и летом, чему я очень-очень рад. О, вот это да! Дней не прошло, вы опять что-то придумали. Здравствуйте, ребятки. Здравствуй, Енотыч. А у нас Зубок машину изобрел. Ох и сообразительный он у нас. Ну что ты, Енотыч? Я бы без Коксика не справился. Вот это правильно. Ты, Зубочек, так всегда говори. А то все думают, что я только на диванчике люблю лежать и ничего не делаю. Чего уж там, было такое мнение. Только вижу, оно несправедливое. Подождите, а для хозяйства ваша машина полезной будет? Да еще какая полезная! Ты о такой даже и мечтать не мог. Да неужто она из моих кабачков морковный сок делать сможет? Бери выше, Еноточ. Неужто вишневый? Нет, нет, сок это что? Вот мы придумали настоящую конфетную машину. Да, и теперь приступаем к ее испытаниям. Так, Коксик, жми на кнопку. На какую? Вон на ту. Ага. 3, 2, 1, 0. Пуск! Сейчас и... Давай! О, ура! Заработала! Ну и ну, ишь ты, земляникой запахло. Ха-ха, вот так конфеты. Так это ж настоящие мыльные пузыри. Какие еще пузыри, а? Ты что, Енотыч? Так сами посмотрите, вон как летят. И красивые какие, разноцветные. Стало быть, ваша машина мыло выпускать будет. При чем тут мыло-то, а? Какое еще мыло? Душистое, земляничное, мое любимое. Так, подождите, выключаю. А где же конфеты? Мы же хотели всех конфетами угостить. Что же это получается? Получается, зря я с самого утра трудился. Хотел всех удивить, показать, какой я мастерущий. А теперь
Надо мной все смеяться будут. Да ты не расстраивайся, Зубок. Мыло тоже штука полезная. В хозяйстве пригодится. Да при чем тут хозяйство? Мы порадовать всех хотели, а тут, ну вот, кто этому обрадуется? Я обрадуюсь. А еще обрадуются те, кто любит мыльные пузыри пускать. Ведь и из вашего мыла они самыми ароматными и большими получаются. Вот. Ну и запах. Таких уж точно больше нигде не найдешь. А что, и правда? Да? Ой, тем более мыла для пузырей хватит всем. Да. Выходит, Коксик, не зря мы с тобой работали, а? О. Выходит, праздник все-таки получится. И не сомневайтесь. Ага. А как же наша конфетная машина, а? О, а мы с тобой ее завтра делать будем. Да? И теперь точно по чертежам и по инструкции. Да уж, и без инструкции в нашей жизни никуда. А то такое наделаете, страшно подумать, что может получиться. Так что вы уж смотрите, не ошибитесь. Не беспокойся, Енотыч. А теперь давайте все вместе пускать мыльные пузыри. Да. Отличная идея, только сначала давайте с ребятами попрощаемся. А-а-а. До свидания, ребята. До встречи. Всего доброго, друзья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день.